Здравствуйте, перед вами проект «Виртуальная реконструкция Московского монастыря всех скорбящих радости. Анализ эволюции пространственной инфраструктуры на основе методов 3D-моделирования». Данный проект осуществляется при финансовой поддержке гранта РФФИ номер 1106-004-53А. Ну, это материал о проекте. Для начала работы необходимо ознакомиться с инструкцией. Итак, вы должны соблюсти первое системное требование. Для удобной работы, конечно, желательно иметь средний компьютер. Это Core 2 Duo. Конечно, можно меньше, но желательно соблюсти. Итак, программные требования. Мы работаем в браузере Opera. Для того, чтобы избежать всяких неполадок, которые были в браузерах Firefox и аналогичных. Итак, кратко о программной оболочке материала среды. Мы планируем расширять среды и управление. Итак, параллельно мы посмотрим. Перейти к процессу виртуальной реконструкции. Мы видим загрузку контента Unity. Поскольку у вас не установлен плеер, Unity вам предложит его установить. Мы нажимаем сюда на кнопку. Он автоматически, программа инсталируется. И далее начинается загрузка. Поскольку я запускаю с компьютера, у меня загружается гораздо быстрее. 3D-контент весит порядка 70 мегабайт. Итак, на какие панели делится рабочая оболочка? Итак, это слева кнопки. Мы видим перечень объектов. Пока загружается, я расскажу как раз храм Всемилостивого Спаса, одноэтажная дворницка. Здесь порядка 38 объектов. Это окно, где непосредственно функционирует 3D-контент. С правой стороны в центре расположено окно с перечнем исторических источников по конкретному зданию. То есть, когда мы нажимаем кнопку, здесь первое открывается список объектов. Я думаю, сейчас мы продемонстрируем, как это работает. Процесс загрузки. Сейчас у нас загрузился наш 3D-контент. Что мы видим? Итак, окно загрузилось. Мы видим, оно сравнительно большое по размеру, поэтому не помещается. Поэтому мы предусмотрели возможность работы в нескольких окнах. Здесь существует возможность выйти в полноэкранный режим. Видим кнопочку Go Full Screen. Но для начала я расскажу подробнее о навигации. Мы видим кнопки с перечнем объектов. Какие параметры? Мы взяли историю, описательные источники, чертежи, планы территории, планы города Москвы, фотографии 19-20 века, историография. То есть буквально те же самые категории, которые мы можем встретить вот в этом окошке. Мы видим, что граница между окнами, она подвижная. Ее можно изменять самостоятельно. То есть вы можете закрыть полностью 3D-контент и работать непосредственно с окном исторических источников. Когда вы нажимаете, например, на конкретный источник, например, первый флигель, он просто открывается по нему непосредственно перечень. Что по флигелю имеется? История, описательные источники. Если мы непосредственно пытаемся раскрыть, как здесь, и нажимая, например, описательные источники, то открывается третий контент. То есть просто при нажатии на кнопку «История» меняется полностью второй контент. Окно второе. То есть это сделано такое некое для удобства оформления. Двоякое перемещение. Работа с оболочкой. Итак, если мы хотим посмотреть источники, мы сейчас при нажатии на кнопку «Посмотреть источники» загружается программная среда. Это трехмерный, это точнее загружается PDF-файл описательного источника. Сейчас. Ждем. Угу. Так, внизу идет у нас перечень по страницам дел из архива с указанием фонда, описи, дела, листа. Так, для того, чтобы читать, мы переходим в полноэкранный режим. Enable full screen. Перелистывается это кликом мышки или колесиком. Существует возможность интернет-поиска по материалу. Сейчас я нажимаю Escape.
Конечно, это осуществляется не в полноэкранном режиме. Мы выходим здесь. И, например, просто пишем слово. Ну, то же самое. Прошение. То есть, и далее запускаем поиск. В автоматическом режиме программа ищет интересующие нас места. Ну, тут есть несколько возможностей. Это вид страниц, печать, а также возможность скачать PDF-файл. Итак, осмотрев программную среду работы с описательными источниками, перейдем более к другой среде. Это работа с чертежами. Итак, ну здесь у данного строения она отсутствует. Выберем какое-нибудь стандартное строение. Итак, ну, предположим, мы возьмем храм Всемилостивого Спаса. И нас интересуют чертежи данного храма. Ждем немного. Да. Чтобы не играла музыка, нажмите Escape. Вот я сейчас выключил. Точнее, я временно приостановил функционирование виртуальной реконструкции. И уже непосредственно работаю с чертежами по данному строению. Ну вот перечень. Сейчас я нажимаю кнопку, и автоматически начинается загрузка чертежей. Скорость интернет-подключения у меня совсем небольшая, поэтому мы увидим, что они вначале исчезнут. Потом программа будет их подгружать. Мы видим кнопочку Download. Download. Здесь сейчас происходит автоматическая закачка. Вот. Сейчас практически вот закачается интернет-страничка. Full screen. Страница оформления. Да. Вот мы видим колесиком. То есть мы можем приближаться, удаляться. Объект. То есть в данном случае здесь можно детально изучить тот или иной чертеж. Хорошо. Не будем ждать, пока он загружается. Параметры. Next. Прези. Итак. В данной оболочке существует возможность распечатать наш чертеж по данному строению. Вопрос интересный. Каким образом осуществляется взаимодействие 3D-среды с описательными источниками? Давайте перейдем в 3D-среду. Сейчас нажимаем полноэкранный режим. Переходим. Сейчас мы перешли в полноэкранный режим. Кнопочка Escape нам потребуется для того, чтобы вернуться в режим программной оболочки. Ну, для того, чтобы закрыть, мы просто или кнопочку закрыть нажимаем, или M, для того, чтобы вызвать. Это в английской раскладке. Это улица. Но сейчас давайте переместимся к одному из объектов. Так, перемещение кнопочками W, A, D, S. Вот. Я перемещаюсь. Для убыстрения кнопка Shift. Для того, чтобы быстро перемещаться. Сейчас мы попробуем, например, подойти. Так, вот, к какому из строений. Пойдем вдоль улицы. И дойдем непосредственно до флигеля. Вот, например, стандартное здание флигеля. Здесь кнопочкой. Вот для того, чтобы... Сейчас я, к сожалению, вышел. Сейчас я вернусь. Go to... На кнопочку M. Да. Вот здесь мы видим вот сверху навигатор. Зеленой точкой обозначено наше место расположения. Мы сейчас смотрим на объект здания под номером 4. Дальше будет здание номер 5. Ну вот. Мы подходим конкретно к этому зданию. Вот соседняя, например, старушка. Здание номер 6. Что за здание? Мы выходим из 3D-контента. Нажимаем кнопочку Escape.
и ищем в перечне строений здание номер 6. Это деревянная старушка. Когда мы нажимаем «История» этого объекта, мы можем непосредственно почитать, когда она появилась, где впервые упоминается. Вот строение деревянной старушки было упомянуто в описании усадьбы Голицыной. Вот в описательном источнике мы можем посмотреть чертежи, а также существует возможность посмотреть чертеж 3D-модели. Но здесь я еще не выставил чертеж 3D-модели, но по одному из строений есть. Вот мы пойдем на территорию монастыря и дойдем до храма Тихвинской Божьей Матери. Вот здесь мы видим как раз чертеж старушки. Я не буду его запускать. Перемещаемся в окно. Go full screen. Закрыть. Я использую кнопочку Shift для быстрого перемещения по 3D-пространству. Так, мы входим на территорию. Слева от нас скотный двор. Здание трапезной. Часть модели мы не достроили. Мы планируем их заканчивать в 2012 году. Кладбище. Оно тоже находится в процессе реконструкции. Вот то синее здание, которое виднеется вдали. Это здание Тихвинской Божьей Матери, храм. Как раз к нему мы подойдем. Да, тут осталось еще восстановить кладбище, а также отдельные как раз небольшие строения, окружающие территорию монастыря. Итак, мы подходим к зданию Тихвинской Божьей Матери, церкви. Она обозначена у нас под номером 24, мы видим этот номер на навигаторе. Нажимаем кнопочку M, и далее я нажал кнопку Escape. Находим данное строение в перечне объектов. Здесь еще есть небольшое несовпадение. Она 21 у нас получилась. Нужно обновить карту, которая на навигаторе. Это также мы сделаем в ближайшее время. Итак, мы вышли в раздел «Храм Тихвинской Божьей Матери». История, описательные источники и чертежи. Итак, что мы можем? Мы можем посмотреть 3D-чертеж, точнее обыкновенный чертеж храма Тихвинской Божьей Матери. Сейчас я его запущу. А также, пока загружается, существует возможность посмотреть чертеж 3D-модели. Это PDF-файл. Я сейчас нажимаю, он открывается в новом окне. Конечно, мы создали возможность выкачать его на локальный компьютер и непосредственно работать с данной моделью. Сейчас мы видим эту модель. Для того, чтобы работать с 3D-моделью в PDF, вам необходимо, во-первых, я нажимаю выбрать режим поворота модели. Она немного притормаживает. Сейчас мы видим, что строение притормаживает. Сейчас я нажимаю кнопочку «Виды».
Это специально заготовленные нами ракурсы съемки объекта с возможностью печати его, например, если мы хотим сопоставить чертеж. Сейчас я настраиваю иллюстрацию. Можно даже без всякой настройки. Итак, если я хочу сопоставить, насколько точно восстановлена виртуальная реконструкция, точнее, восстановлено данное здание, мы печатаем этот чертеж, который мы видим сейчас перед собой, и печатаем чертеж с трехмерного PDF-файла. В результате сам исследователь может сопоставить, каким образом, какие существуют ошибки, какие ошибки были допущены программистом. Вот здесь, например. Так, это перспектива, вид фундамента с разрезом. Если у вас существует программа, установленная на компьютере Adobe Acrobat, вот, например, Adobe Acrobat, вы можете открыть эту модель и сделать самостоятельно отдельные разрезы, которые вас интересуют, а также провести замер. Вот здесь частично мы провели замеры по основным частям здания. Разрез по Y, например. Вы можете это строение повернуть, распечатать и проанализировать так, как вы считаете нужным. Итак, мы рассмотрели основные моменты работы с описательными источниками, работы с чертежами. Что у нас осталось? Остались планы территории. На страничке объекта мы видим планы территории. При нажатии на кнопку открывается тоже компонент. Сейчас Prezi. Тоже мы его интегрировали туда. Планы территории. Вы также можете их посмотреть, поработать. То есть буквально они, конечно, в основном методика работы, она полностью совпадает с методикой работы с разделом чертежи. Планы Москвы. Вот по данному объекту план, написанный с плана Москвы 1937 года, что значит, что он в разделе плана территории, то есть в этом разделе. Давайте выберем такой средний типовой объект. Например, у нас есть храм Всемилости Успаса, нас интересуют планы города Москвы. На каких планах города Москвы был обозначен данный храм? Сейчас я закрою 3D-контент, чтобы он мне не мешал. Итак, посмотрим, например, план Де Моско 1697 года. Здесь обозначено красной точкой. Сейчас положим мы план опять. Вернемся к плану города Москвы. Так, красными точками обозначены у нас, тут представлены все планы города Москвы из сайта RetroMap, который у нас подключен к нашему оболочке программной. Красное было отмечено там, где объект не встречается. Зеленый там, где он встречается. Вот впервые он встретился в нивелированном плане Москвы 1888 года. Вот сейчас как раз посмотрим этот план. Вот оно, это здание. Мы видим. Вот навигация. Многие из вас знакомы с ней. Итак. И такой раздел, как фотографии. Здесь по данному строению у нас... Что у нас это? Остался храм Тихвинской Божьей Матери. Мы просто кликаемся в объект и вот уже видим его страничку. Фотографии и историография. Историография. При нажатии на кнопку открывается тот же самый контент для работы с описательными источниками. Сейчас происходит загрузка. Видим. Переходим в полноэкранный режим. Enable full screen. Это а,
мы листаем непосредственный раздел книги, в которой встречается это строение. На страничке обозначено, где конкретно, на какой странице данный объект встречается. Какие существуют еще разделы виртуальной реконструкции? Конечно же, по таким объектам, как монастырское кладбище, например, сейчас мы перейдем, существует база данных. База данных содержит более 1500 персоналей. Сейчас она разрабатывается. Нами разработана концепция этой базы данных на базе технологии Zoho. Сейчас я нажимаю. С возможностью, но сейчас мы видим списки, фамилия, имя, отчество, место проживания, сословие. Программа в автоматическом режиме, во-первых, выставила более 1500 списков по захороненным с возможностью подключения материала, например, биографии. То есть сюда мы можем ставить фотографии, описание, если оно существует по данному человеку. Мы можем использовать несколько разделов, например, раздел «Лист». И здесь проводить непосредственную сортировку объекта. Если нас интересует, например, поиск, то можно отсортировать. Например, по убыванию. Кто умер в самом глубоком возрасте? Вот. Программа автоматически сортирует. Пока что вколочены не все захороненные на территории кладбища с 1894 года по 1920. Мы ведем работу. Спасибо за внимание. Данный проект осуществляется на кафедре исторической информатики. Руководитель проекта профессор Леонид Анатольевич Бородкин, заведующий кафедры. Концепция базы данных Горского Ирина Марковна. Обеспечение материала к доступам, подготовка материалов к публикации. Это староста храма Всемилостивого Спаса Простов. Мы выражаем благодарность в предоставлении информации патриарею Александру Ильишенко, который оказал очень большую помощь нам в работе. Володе Ильишенко и Алле Николаевне Полевой. Также мы выражаем благодарность сайту «Правмир», который освещал данный проект. Так. А в дальнейшем мы планируем внести материалы, расширять активно нашу базу. Поэтому, думаю, контент будет расти. Так. Фактически мы рассмотрели с вами все. Хочется упомянуть, что мы сможем впоследствии выставлять материал, который предоставляет отдельные музеи, с которыми мы сотрудничаем, в частности, музей архитектуры имени Щусева. Между нами заключено соглашение, которое позволит как раз выставить часть материала из музея именно на сайте музея архитектуры или частично на сайте нашей кафедры, непосредственно материал, который хранится в их фондах. Выставлять мы будем специальные программные оболочки, которые позволят нам сохранить контент материала от скачивания, то есть защиты от копирования. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о используемых программных оболочках, то здесь все-таки они не являются догмой, и мы будем их активно расширять. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что наш проект привлечет интерес. С вами был Жеребятев Денис Игоревич, аспирант третьего года обучения кафедры исторической информатики Московского государственного университета.